Алоха, друзья! В этом ролике вы увидите интересную подборку товаров для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Универсальный адаптер может использоваться для беспроводного соединения с любыми устройствами, обладающими AUX-выходом. Вы можете подключить данное устройство в свою магнитолу, домашний музыкальный центр и так далее, и передавать музыку со своего смартфона. Устойчивое соединение поддерживается на расстоянии до 10 метров. С таким гаджетом слушать музыку будет намного комфортнее. Благодаря встроенному микрофону устройство можно использовать для разговоров по громкой связи в автомобиле. Муляж сигнализации создаст для всех окружающих полную иллюзию установленной в вашем автомобиле полноценной сигнализации. Муляж устанавливается на панели автомобиля в удобном вам месте. Источник света – светодиодные лампочки, красные и синие. Источник питания – солнечные батареи, заряжающиеся в течение дня. Для крепления устройства используется самоклеящаяся лента. Активация светодиодов осуществляется встроенным датчиком вибрации, срабатывающим при прикосновении к вашему автомобилю. Поворотники на зеркала более заметны, чем поворотники на крыле, так как зеркало – это самая выступающая часть автомобиля. Соответственно, с такими сигналами поворота повышается безопасность и видимость авто в транспортном потоке. Если ваш автомобиль лишен такой опции из завода, вы можете модернизировать его самостоятельно. Два поворотника с 9 светодиодами в каждом легко устанавливаются с помощью двустороннего скотча. Длины проводки хватит и на крупные авто. Рабочее напряжение сигналов – 12 вольт. Многофункциональный прибор RAKES STR-LD300G объединяет в себе функции видеорегистратора с высоким качеством записи, радар-детектор и GPS-модуль. Запись ведется двумя камерами. Угол записи 170 градусов. Меню многоязычное, включая русский язык. Предустановлены голосовые сообщения. Дополнительную камеру можно использовать для парковки. К сожалению, линии парковки не строят. Большой выбор функций, простое меню и вывод информации на цветной дисплей делает прибор незаменимым для владельцев любых транспортных средств. Подогрев масляного поддона. Эта штука способна облегчить запуск вашего автомобиля зимой. Нагревательный элемент закрепляется с помощью клеящего слоя на картере вашего двигателя, а провод с евровилкой на конце компактно размещается под капотом. Для запуска необходимо подключить к домашней электросети на 220 вольт, а затем немного подождать. По заверениям производителя, данное устройство имеет мощность в 250 ватт и нагревает до 200 градусов по Цельсию. Друзья, 11 ноября, через 4 дня, на AliExpress стартует грандиозная распродажа года, так что самое время прикупить интересные автотовары с хорошей скидкой. Но иногда один и тот же товар у разных продавцов может стоить совершенно по-разному. Чтобы быстро найти самое выгодное предложение, советую воспользоваться сервисом AliRadar. Приложение покажет, как менялась цена. Также здесь есть рейтинг продавца. В похожих можно посмотреть, сколько стоит этот же товар у других продавцов. AliRadar можно скачать и на телефон. Здесь тоже доступна вся основная информация о продавце и товаре, а также есть функция следить за ценой. Когда цена понравившегося вам товара упадет, AliRadar пришлет уведомление. Ссылку на этот полезный сервис оставлю в описании под видео. Угловая шлифовальная машинка, или в простонародье болгарка, используется при проведении самых различных ремонтных работ в быту и гараже. Электроинструмент с двумя аккумуляторами от Wasai избавляет от привязки к электросети. Номинальная мощность болгарки 380 Вт, скорость 11 000 оборотов в минуту, время зарядки аккумуляторов 2-4 часа. Инструмент транспортируется и хранится в компактном кейсе. Универсальные накладки на руль позволяют освежить внешний вид салона автомобиля, обеспечивают лучшее сцепление рук с рулем благодаря противоскользящей поверхности, а также устраняют некоторые недостатки руля. Накладка предлагается в диаметре, подходящем для большинства рулевых колес. Есть возможность выбрать лучшее решение из разнообразного предложения цветов и цветных вставок. Ультразвуковой свисток для отпугивания диких животных минимизирует риск столкновения с ними во время движения. Простое приспособление может крепиться на зеркало заднего вида, либо передний бампер автомобиля, а также на мотоцикл в удобном вам месте. Во время движения устройство издает высокочастотный звук, который отпугивает животных. Для крепления используется клейкая основа свистка.
USB-накопитель из металла пригодится каждому автомобилисту. Данная флешка удобна для прослушивания музыки на своей магнитоле. За счет компактного размера исключается возможность ее случайно задеть. А то бывали случаи, когда кто-то задевал флешку в магнитоле, и в итоге флешки хана и зачастую разъему тоже. По размеру меньше монеты. Скорость чтения составляет 12-18 МБ в секунду, а скорость записи 4-6 МБ в секунду. Может стать прекрасным подарком в качестве брелка на автомобильные ключи. Парковка – один из наиболее сложных маневров, особенно для начинающих автовладельцев. Установка камеры заднего вида с монитором значительно облегчит маневрирование. Предлагаемая модель оборудования может устанавливаться в различные модели автомобиля. Изображение с камеры передается на цветной монитор по беспроводной связи, поэтому тянуть провода через весь автомобиль не нужно. Это существенно облегчает установку. Комплект поставки включает монитор с диагональю 4,3 дюйма, камеру, приемник и передатчик сигнала. Лампа светодиодная от производителя RayStar прекрасно дополнит полезную функциональность вашего автомобиля. Светодиодная лампа для фонарей заднего хода, поворотников, а также стоп-сигналов обеспечивает мощный свет, гарантируя улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышая безопасность за счет того, что вы более заметны на дороге для других автомобилистов. Штекеры для подключения галогенных ламп фары автомобиля. Предлагаются разъемы для подключения таких лампочек H1, H3, H4, H7, H8 и H11. Кроме этих широко распространенных форматов в наличии также T10 и T20. Каждый штекер имеет проводку с приличным сечением, чтобы подключение было максимально легким. Сам штекер внутри изготовлен из керамики, а снаружи покрыт пластиковой оболочкой. Тахометр с отсечкой, но это просто незаменимое приспособление для уличных гонщиков, которые любят покрутить движок в отсечку. Особенно, кстати, пригодится в автомобилях, где не предусмотрен штатный тахометр. Шкала размечена до 11 тысяч оборотов, и нам уже страшно от того, на какие болиды устанавливают такие тахометры. Яркая синяя подсветка и красный сигнал отсечки будут держать вас в курсе происходящего с мотором. Устройство также запоминает ваши максимальные обороты, работает от 12 вольт. Мобильная лебедка поможет вытащить свой либо иной автомобиль из любой грязи, песка и снега. Электрическая лебедка рассчитана на работу с бортовыми сетями 12 и 24 вольт. Может устанавливаться на внедорожники, грузовые автомобили, иные транспортные средства. Предлагаются комплекты из стальной либо синтетической лебедки. При заказе необходимо учитывать вес своего автомобиля для правильного выбора лебедки. Данная модель рассчитана на 5 тонн. Насос-насадка на дрель или шуруповерт. Это необычная штука от китайцев, которая способна превратить вашу дрель или обычный шуруповерт в крутой насос для откачки жидкостей. Подходит для дрелей мощностью 350 Вт или выше. Вы сможете откачать воду, топливо, масло и любые другие технические жидкости. Насос выполнен из нержавеющей стали и пластика, поэтому обещает быть достаточно прочным и долговечным. Если необходим серьезный ремонт автомобиля, для удобства проведения работ используют гидравлические подъемники, которые давно заменили смотровые ямы. Предлагаемая модель предназначена для подъема автомобилей массой до 3,5 тонн на высоту от 11 см до 1,7 метра. Для работы могут использоваться источники питания 220 вольт либо 380 вольт. Щетки для мойки воздуховодов. Самое грязное место в салоне автомобиля после ковриков, конечно же, сопла воздуховодов. Они вынуждены постоянно прогонять через себя воздух, и не всегда он чистый. Поэтому глубоко внутри воздуховодов скапливается достаточно пыли. Достать ее можно специальными небольшими щетками, которые отлично подходят для чистки как воздуховодов, так и жалюзи в квартире. Длина изделия 16,5 см. Многие водители пользуются очками, как от солнца, так и для устранения дефектов зрения. Универсальный держатель легко крепится на солнцезащитный козырек клипсой. При необходимости складывается до минимальных размеров. Позволяет хранить под рукой любые модели очков без риска повреждения линз. Кулисные тумблеры для работы с сетями 12 и 24 вольт. Большой выбор нанесенных специальных изображений позволяет их использовать для управления основным либо дополнительным оборудованием в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах и спецтехнике. В каждом тумблере предусмотрена защита от перегрузки сети. Для облегчения считываемости информации с тумблера он подсвечивается двумя светодиодами. Комплект поставки – один тумблер. Нужно указать необходимое вам изображение.
Зарядное устройство для смартфона подключается к прикуривателю и позволяет вам не беспокоиться о своевременной зарядке своего девайса. Питание от бортовой сети 12 вольт, выходное напряжение 5 вольт 2,1 ампер. Особенность данной зарядки, что помимо USB порта в нее уже вмонтирован шнур для зарядки смартфона, причем можно выбрать нужный разъем – microUSB, Lightning или Type-C. Каждому владельцу автомобиля известна проблема запахов, которые сложно вывести. Решить эту проблему призван ароматизатор для автомобиля. Эффект не оставит равнодушным ни одного водителя, да и вид он имеет весьма интересный. Сделан в виде закиси азота. Противоугонные секретки на колеса обеспечивают безопасную парковку вашего авто за пределами охраняемых автостоянок. Кованые изделия имеют тройное покрытие хромом, защищающим их от коррозии. Предлагаются размеры М12 на 1,5 или М12 на 1,25. Укажите необходимый вам при заказе. Комплект поставки включает 4 противоугонных болта, 2 адаптера и 4 пластиковые заглушки на болты. Неплохая качественная эко-кожа для обшивки салона автомобиля. На выбор представляется 20 различных цветов и оттенков, из которых вы легко выберете нужный вам. Толщина материала 1,2 мм. Все материалы отделываются вручную. В одном заказе отрезок 100 на 135 см. Подсветка подстаканника не только придаст оригинальность салону вашего авто, но и поможет выделить при ночных поездках необходимую зону салона. Оборудование заряжается от бортовой сети. Монтаж заключается в помещении его в штатный подстаканник. Дополнительные возможности – самостоятельный выбор цвета подсветки, а также возможность установки в любом месте салона. Корпус дистанционного пульта сигнализации с выкидным ключом и жидкокристаллическим дисплеем может использоваться для замены вышедшего из строя оригинального устройства, либо при установке новой сигнализации. Изделие включает все необходимые кнопки управления и выкидной ключ. Есть возможность подобрать модель под необходимый вам тип сигнализации. Обратите внимание, комплект поставки не содержит электронную управляющую плату. Ее нужно переставить с вашего брелка сигнализации. Днище автомобиля больше всего подвержено различным загрязнениям и требует регулярной очистки, особенно после зимы, когда дорожное покрытие обрабатывается агрессивными реагентами. Предлагаемая насадка может подключаться к мини-автомойкам и позволяет качественно вымыть днище вашего авто без каких-либо усилий благодаря 4 соплам, а колесики избавляют от необходимости держать конструкцию на весу. Комплект поставки – одна насадка для мойки. Компактный бутановый газовый паяльник предназначен для точного спаивания мелких и средних деталей, размягчения различных элементов и так далее. Рабочее пламя горелки до 1300 градусов по Цельсию. Возможность контролировать количество горючей смеси в рукояти за счет ее прозрачности. Простота заправки, мгновенное выключение, наличие специального наконечника и удобная форма – только часть достоинств изделия. Обратите внимание, встроенный источник поджигания газа не предусмотрен. На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 400 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем покеда!